гулять. Так вот, друзья, интересный такой момент. Это не короткое видео. Это вот импресс. Это все вот классно. Ну вот, допустим, давайте вот поговорим о простых вещах, о наших инвалидах, о колясочниках. Вот смотрите, предусмотрен пандус. Все, рассказывайте дальше сами. Значит, для пандуса. Вот человек в таком состоянии, он может заехать? Я думаю, что едва ли, без чужой помощи. Ну так. Ладно. Но это для отчетности. Если даже его затолкали туда. Так. Поехали далее. Поехали. Мы едем по пандусу. Так. Заезжаем сюда. Так. Подъезжаем сюда. Так. Дверь открываем. Так. И как вы колясочку-то пройдете, скажите мне, пожалуйста. О, ну это да. Я не проеду. Вы проедете, но дверь открыла себя. Если бы она до вас выпустила, то это отмочь. Понял. Вы дверь на себя открывали? Я думаю, общая суть понятна. Да. Ну а таких что? У нас таких много таких у нас приколов. Вот сейчас по Сибирской пройдитесь подряд пандусы. Так. 45 градусов выше. Ага. Вот человек выходит незрячий, да, наступил на пандус зимой, так и покатился. И на 45 градусов вы заедете, да? Вот здесь, смотри, вот сейчас садись в Сибирь. Один подъедет, там второй. Кстати, Виктор, а как у нас с хирургами дело-то обстоит? С хирургами пока вот сейчас. Потому что если покатился человек. Один этот самый отец его работает, там еще кто-то работает. Он сейчас скоро закончит. Это уедет. Не секретная информация? Да нет, конечно. Можно в эфир выкладывать? Он уедет скоро. А то просто у нас наше местное так называемое телевидение говорит, там человек, что у него телевидение есть, и говорит, у нас вот информация, 4 врача к нам едут. Уже 2 недели едут. Приехали? О, если не больше. Приехали? Да никого нет. А, не было еще. Ну, короче говоря, так что осторожнее, ребята, с пандусами, потому что с хирургами оказывается все-таки проблема. Да, да. Пока что. Это я тебе показал просто не отходя от кассы. Я понял. А если походить? Так, ну вы согласны, что все, я видео выкладываю? Да, понял. Оно прямо сейчас полетело. Друзья, ну все, Николаец к нам ури. Пишите, посылайте интересные видосы. Мы продолжаем. Осторожно, рубрику «Осторожно, Николаевск». Да. Николаевск — это город сильных, да, да. Друзья, Роман Зайцев, живу на ТВ. Местное отделение КПРФ Николаевского района. Будьте с нами.